Я вас приветствую. Сегодня будет, да, как вы уже поняли, ролик по Half-Life 2, эпизод 2. Выходили видео, но не по ней. Короче, сохранение здесь загружается намного дольше, чем в эпизоде 1, я заметил. И мы с вами остановились на моменте с муравьиными львами. Так, давайте же продолжим. Так, в самом начале нас встречают парочку муравьиных львов. Мы с вами помним, что я решил остаться один, так как других вариантов не было. И вот, один защищаю отдельную ямку. Мой товарищ, давайте переместим мое хлебальное личико сюда. Вот. Так, я не знаю, что будет, если муравьиные львы убьют кого-то из наших. Что будет от этого, типа, какой-нибудь заново с последнего сохранения? Или же нет? Надеюсь, что нет. Они уже очень бесят. Надо было в прошлой серии над этим моментом закончить. И сейчас не париться. Да ёкало, мы на опять они из всех щелей будут вылезать. Давайте займем позицию, в которой они нас точно не убьют. Ну, например, тут. У меня есть дробаш. Дробаш очень хорошее оружие. Так, можно куда-нибудь сюда? Нет, нет. А, у меня там тут пуколка стоит. А, вон там вот никто не охраняет. Так, давайте порешаем. Ё-моё, ты, блин, летучий корабль недоделанный. А ну, ушел от Алекс. Моя тёлка. Уйди, говорю. Не надо, не надо, не надо ее обижать. Так, ссылок нету, если что, на эту халфу. Если надо, то отдельно пишите в комменты, я вам установлю. Если нету как бы комментов, комменты будут отключены под этим роликом, то знаете, где пишите? А пишите мне в сообществе под постами. И советую вам сообщество просматривать, потому что там, ну, иногда бывает информация простая, иногда как бы важная информация по каналу. Так что... Вот, кому надо, пишите под последним постом у меня в сообществе. Ну, пожалуйста, хватит, волны муравьев уже бесит. Да ёкалмн, ну сколько можно? Так, там максимальный балл. Давайте возьмем отсюда пуколку. А где она? Так, это не это мне надо. А где-то пуколка лежала. Вот чё? Чё, фигня происходит? Где львы? Вартигонты! Здорово, чуваки! Здорово! А, мне нужно включить субтитры. Давайте включим. Я в Half-Life 2 пользуюсь субтитрами, так проще. Так. Где находятся субтитры? А, вот тут вот. Все субтитры, да. А, мы забыли применить. Аккаунтер, сейчас без субтитров. Все субтитры применить, окей. Все. Нам жаль, что мы пришли так поздно. Да, вообще насрать, мы тут сражались. Офигенно. Многие львы убиты, но многие остались. Надо помочь Алекс Венс. Патроны. Перезарядка. Мы их усмирим. Давайте. Нужно поскорее Алекс излечить, куда я без него пойду, она открывашка. Реально, вы заметили, у Алекс роль открывашки. Где, вопрос, моя турелька? А, вот она. Я ее нашел. Да ё-моё, опять по всем баллам со всех сторон. Не. Знаете, с узких щелей. Блин, что-то как-то много субтитров, нет там? Можно мне только в диалогах? Аудио. Все субтитры только в диалогах. Применить, окей. Тут стоны муравья, муравьину больно, муравей умер. Это странно как-то выглядит.
Так, ладно, тут Вортигон без нас справится. Вот тут вот бы нам поместить. А, давайте, впрочем, Алекс охраняется. Хотя тут охраняют вот эти два чебурека и целый Вортигон. Можно еще патронами запастись. Да. Они тут бесконечно в этих ящичках вроде. Так, ну они сами справляются. Можно, в принципе, вот тут посидеть немножечко. Патрончики взять с собой про запас. Говорит на языке вортигонтов. Кто? Кто говорит на языке вортигонтов? Я? Я не мой. О, тут, кстати, нету. А там есть. И там есть. Пошли поможем господам. А пока можно почесать ушко, пока они там стреляют. Да, муравьиных львов. Это мне уже начинает надоедать. Вот эта вот битва бесконечная. Стерильно заведение, шаг назад. Все. Я думаю, все. Муравьиные львы закончились. Ну, последний вот этот вот добегает. Не успевает. Пошли патрончиками запасимся. Мы истребили эту популяцию. Это чудесно, я считаю. Давайте истрелять ее. Это моя тёлька. Ты это знаешь? Ты это знаешь? Это моя тёлька. Давайте я на вас попрыгаю. Да, пусть лечит. Чё, куда нам? Я так понимаю, мы с этими челиками, да, вот этими вот будем дальнейшее прохождение, если Алекс не очнется. Я думаю, она не очнется. Игра любит заставлять подождать. Потому что у нас это здесь, Фриман, прошу, отправились со мной. Да, возьми Фримана, да. Лучшего спутника не придумать, верно? Отлично сказано. Ну, короче, один Вортигонт предлагает нам пойти с ним, другие поддакивают. Пошли, чё? Мне не трудно. Хотя лучше бы с Алекс остаться, пока там всех месят эти повстанцы. Чё он делает? Чуть-чуть за газон косилка. А, нифига. Так, распоряжайся сим телом, как знаешь. Каким, блин, телом? Можешь нормально разговаривать. Так, я думаю, нам сюда, да? Ну да. О, нет, сейчас опять эта хренотень будет стреляющая. Кто смотрел прошлую серию по второму эпизоду, знает, что эти фиговины меня уже так взбесили. Я не знаю, второй эпизод сразу сначала даются дохериллион вот этих зеленых фиговин стреляющих. Это надоедает. И теперь муравьиные львы тоже надоедают. Я думаю, сейчас опять будет та же фигня. И вскоре мне этот эпизод надоест. Я вот только этого не понимаю. Чё здесь такие длинные загрузки? Я когда играл в эпизод первый, где я уже ядро обезвредил, там не было таких долгих загрузок. Там было все нормально. Почему здесь они такие долгие? О, вот дело. Ну, ё-моё, чё он там грузит? Что там, босс файт, что ли, будет? Ну, не надо там ходить. Вот, да, согласен, неприятный сюрприз. Что это? Фу, я так ненавижу вот этот вот... Какой-то из задницы паутиновой ходить. Ничего себе, ты сильный. Надеюсь, если Half-Life 3 выйдет, там будет способность стрелять так же, как и вортигонты. Великие, несчастные. О, нет, да, ёкаламаны, как вы бесите. О, все, вортигон все порешал. Так, а куда нам отправляться? Говорит на языке вортигонтов. Да кто там говорит на языке вортигонтов? Пошли давай. Берегись, львов, чья слюна содержит кислоту. Она помогает им не только
прогрызать коридоры в каменистой породе, но и отпугивать тех, кто посягает на их гнезда, как мы с тобой. Пон. Базару зиру. Дыру. Вортигонт, разберись по-братски. Та скотина меня бесит. Уи, корочки. Так как ты меня бесишь. Не надо, дядя, не надо, пожалуйста, пощадите меня. Вот жалко, нету той пушки, которая вот между автоматом и дробовиком. Ее используют более прокачанные солдаты Альянса. Увидел скотину. Вортигон, порешай. Спасибо, что порешал. Короче, пока Вортигон там их всех бьет, я так понимаю, Вортигон-то ничего не убьет, поэтому топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Все, Вортигон, сражайся сам. Наконец-то. Да откуда вы там беретесь, ё-моё? Ну сколько можно? Вортигон, порешай. Давай, добиваю. Все, спасибо. Радующий брат. Нам туда. Фу, ненавижу эти коридоры, надеюсь, они скоро закончатся. Львы чувствуют наше присутствие. Не надо. Дальше мы продвинемся, тем сильнее они будут злиться, я так понимаю. На, получай, скотина. Я ее убил. Просто собственноручно взял и завалил. Нет, ё-моё, откуда же вы там беретесь-то? Тревога! Лави шарообразная. Да ё-моё, да когда ты уже сдохнешь? Ой, как он меня задолбал. Так, нам сюдемс. Пожалуйста, когда эти коридоры закончатся? Наконец! А, нет, это еще не конец. Тон эти сосиски. Лут. До свидания. Не надо. Вот, поняли, к чему жадность приводит? Аккуратно. Все. Так, что Фриман ожидал там найти? Ресов нормальных, чувак. Это всякое говнище нахожу в последнее время. Тревога. А зачем ты их атакуешь? Пусть дверьку там сломают. А можно грейпушечкой это сделать? Можно. Доброе утро. Блин, у них текстура намного красивее, чем Half-Life 2 обычный. Блин, или мне кажется, если я сама внушаю, но она выглядит блестящей, крошка прям вот получше стала, по-моему. Наверное, мне кажется, все-таки. Верю в то, что Фримен придумает, как открыть ворота, и мы проследуем дальше вместе. Нет. Я не смогу. Я слишком глупый. О, вентиль. Здорово. Мне нужен вентиль. Как туда пройти? Ты тут под вопросом. Надо бы придумать
Так, давайте тут пройдем обратно, тудымс. Что тут есть? О, хитка есть. И пока что все, что есть. Так, это дверь, я так подозреваю. Или нет? Ну, это понятно, что вентиль нужно вертеть. Это дураку понятно. Вот каким образом туда пройти? Такс. Что там бьешь? Там ничего нет. Так, ну давай для начала боксетки сломаем, хилку заберем. Это обязательно 10. А может нужно примагничивать? Нет? Нет. Как? Как туда пройти? Давайте поломаем. Да, давайте вот тут проходим, может есть. Лопатка. Так, не, ничего мы тут не разрыли. Давайте искать лучше. В шкафах есть... Здесь почему-то очень много взрывчатки. Это какой-то намек на то, что я должен что-то взорвать? Я как бы с радостью. Туда? Что нам нужно сделать? Ладно, давайте... Я не хотел этого делать. Давайте попробуем кинуть туда. Что произошло? Ничего не произошло. Окей, давайте тут попробуем. Так. Нам полюбасу... А, смотрите. Так, вот это вот похоже на сдвигающуюся стенку. Обычно так и есть. И тут стоит вентиль. То есть, чтобы нам пройти, нужно подвинуть вентиль. Каким макаром я это сделаю, вопрос остается. Так, вот эта штука содрогается. Тут есть какой-нибудь переключатель, я не знаю. Можешь попробовать верх лифта взорвать. Давай загрузимся, потому что мы взрывчатку потратили. Блин. Сейчас надо думать, к сожалению. Это то, что я не хочу делать. А может... Оп. А, все, до меня дошло. Half-Life 2. Короче, нам сейчас нужно найти либо дохериллион вещей сюда поставить, либо же найти одну тяжелую, как духовка в Half-Life 2. Хорошо, давайте. Шкафчик можно подвинуть? Нельзя. Так, есть еще тяжелые вещички тут? Так, пошли искать на поиски... На поиски тяжелого чего-нибудь. Корзинка уж явно не тяжелая. Так, может, сам что-то можно примагнитить? Текс. Может, уже как следует как... А, нужно, наверное, как следует взрывчаткой. Захреначить, чтобы... Уж наверняка. Да, блин. Из одной в жопу в другую. С одного удара? Я что-нибудь два раза сохранился. Так, ну теперь тут видно, что нужно предметы убрать, чтобы наверх подняться.
Это ежу, понятно. Зомбайн. Это зомбайн. Что ты делаешь? Что он сделал? Он придурочный, что ли? Ну ладно. Так, я там видел какую-то панель управления. Угу, все до меня дошло. Сейчас мы опускаем. Кладем что-нибудь тяжеленькое. Поднимаем. И уже когда мы встаем на эту, убираем. Вот это вот сойдет. Пошли тыкать. Оно сейчас не поедет. Да. Дальше что? А, вот еще. Что можно положить? Так, пошли опустим. И сейчас положим эту. Да, она едет. С тяжелючкой, с тяжелючкой. Хорошо. Теперь нажимаем ехать наверх. Наверх. Бежим. Да, я не успею. Мой перс слишком медленный. Хотя, знаете, можно вот кнопку бега сейчас побольше сделать. Вот так вот. Загрузиться. И бежать. Ну да, там изначально надо было бежать. Так, можешь еще тяжелючку надеть, чтобы я прям шел и кайфовал? Ну, пожалуйста. Нет, говорит мне Жень. Решай все сам. Что, фигня? Что, летит? Какое-то что-то летело, нет? Желтое такое было. Может быть, нам еще надо нагрузить эту фиговину? Например, вот этой коробкой. Так, давайте все положим вот сюда. Чтобы я успел сюда сбежать. Вот так, сейчас надо очень быстро, поняли? Да, сюда. Ну, а теперь уже можно это все убрать. Тыц. Все. Сейчас заставим дробаш, там полюбас засунули противников сюда. Ну да, тут дураку только это не будет понятно. Блин, у них как будто анимация какая-то появилась. Йоу, начало лагать сильно. Так, это фиговина нам надо активировать, да? Так, первым делом сразу же активировать вот это вот. Фриман, бесценный. Кто? Он меня сейчас обозвал? А, ну все, сейчас открывает эту. И мы идем дальше. Ел томатный соус. Облился случайно. Бывает. Бесподобно. Открой проход, мне лень самому это делать. Хорошо. Где Артигонт? Oh no. Not. Что происходит? Стреляйте!
Так, где наш враг? Где эта чурка? Так, где эта скотина зеленая? А вот ты где. Наконец-то избавились. Все, почапали. Так, туда мы не пройдем. Идем наверх. Не ной. Чем-то мне это Макс Пейна напоминает. Где нужно было взорвать специальную штуку, чтобы пройти вниз. Не бойся, Фриман, я с тобой. Да, я не умею бояться, я бездушный. И вот что мне делать? Только тут. Сейчас ты закрылся, патрон просрал. Такс. Как нам пройти туда? Мне вот эту вот фиговину приподнять бы. А можно? Вот так вот. Можно. Ой, куда это меня? Куда меня везут? Эй, может не надо? Не надо? Что происходит? Что такое? Почему так лагает? Срочно наверх надо. Где я нахожусь? Кажется... Что происходит? Что падает? Спасибо, что напугал. Так, ну я думаю... Ну не надо. Большая пещера. Взгляни на той стороне пропасти. Ой, какой-то вортигон слабардный запас большой. И красивый. Так, нам бы к муравьинам дебиком попасть. Здорово. А, нет, это фиговина боец. А, кстати, сейчас, конечно, не очень хочется этого, но надеюсь, что будет муравьиный босс. Чтобы муравьиных львов приручать. Да? О, нет, опять этот хрен. Зомбайны. Бедный вортигонт. Он один всех убивает. Ладно, пусть убивает как бы. Ай, нет, не надо, не надо. Вортигон, спасай. Это дебик еще с гранатой. Да отстаньте от меня уже. Бейте вортигон-то. Че меня-то бить? Я добрый. Да отстань уже, хрен в костюме. Да подорвись уже на этой... Спасибо! Вон этот идиот бежит. Давай, доставай свою гранату. Нас спасли. Допни эту мелкую хрень. Там еще курон нанес. Ты задолбал стрелять уже. А, 30 хп не так уж и мало. Ты где? Что ты делаешь, придурочный? Что происходит? Экран трясется, вот этот фиговин работает. Башка болит. Серьезно, башка заболела. Еще этот хрен бегает, как будто меня убить хочет. Так, нам бы наверх забраться. А дальше достижение лямбоискатель дадут.
Гарантирую вам. О, револьвер. Тут. Так, нам туда. Это понятное дело. Здесь лифт. Вортикон, давай быстрее сюда. Что я сделал? Я опять какую-то фиговину лишнюю включил, да? Ну, наверное. Ю, уйди. Что включил? Зачем? Зачем? Что? Почему? Ё-моё. Знаете, вот вам. Такс. Встаньте все. Давай. На, ё-моё. Костолом. А что нужно в достижении костолом? Всех расхерачить одной банкой? Прикольно. Мне такое нравится. И дамся. Да подорвись ты уже на ней. Все, другое дело. Пять. Ступай в лифт, Фриман, не жди меня. Почему, Вортигонт? Нет, нет. Прощай, Вортигонт. Надеюсь, ты выживешь. Нет. Все. Потеряли пацана. Ты вот этот херобора прыгает за нами. Ой. Так, долго еще нам ехать? Видимо, долго. О. Все, свидос, Вортигонт. А мы тут без Вортигонта и не сможем. А. Не, зачем я с ним прощался? Не обязательно. Это было. Блин, почему так лагает? Смотри, как они продолжают драться и не замечают, что нас там уже нет. Открывай! Ты дебил! Открывай, говорю. Не да разбитый. И чё тут? Ага, нам туда. Отдыхает. Всё. Чё? Какой древний страж? Это босс? Да? Личный страж охраняет молодняк. Молодняк. Вот меня уже этот Вортигон бесит, постоянно прыгает на меня, лишь бы я пересрался. Пошли, молодняк. Дверь мне откроешь. Или тут я сам должен? А, ну да, я сам.
Молодняк, блин. Ну, хоть на Мортикон здесь и факт преподнес, что если есть маленькие личиночки, значит, и есть вот эти вот гигантские твари, о которых я ненавижу. О, наконец-то. Почапали. Вау. Ладно, а продолжим мы тусоваться дальше в этой офигительной игре в следующей серии. Всем покеда!